In Deutschland geht die Angst vor Blackouts um. Es werden vermehrt Campingkocher, Generatoren und sogar Bunker gesucht. Blackouts in der Ukraine sind seit Monaten bittere Realität, weil kritische Infrastrukturen in der Ukraine von den Russen angegriffen werden. Wie leben Menschen, die täglich nur wenige Stunden Strom haben? Wir haben aus ganz verschiedenen Orten in der Ukraine Videobotschaften gesammelt. Videobotschaften aus Mykolaiv, aus dem besetzten Mariupol, aus Cherson, aus Kiew. Und dort nimmt uns Alina mit in ihren Alltag im Winter ohne Strom. Добрий ранок. Як ви бачите, в нас є світло. Тому я поспішаю в зал. Аби потренуватись, це зараз неймовірно важливо, тому біжимо. Як бачите, зараз у нас вимкнуло світло, але я продовжую робити своє тренування. Але ось почалась повітряна тривога, тому, я думаю, час йти додому. Зараз повітряна тривога по всій Україні. Цей звук, який ви чуєте на фоні, ознака того, що світла немає. І готуємось до всього сьогодні. У нас на ЖК укриттів немає таких, щоб там можна було якось пересидіти. Тому я вирішила, якщо помирати, то хоч попивши каву, то йду в кав'ярню за кавою. Добрий день. Тут в кав'ярні працюють люди, тому що світла немає, і це єдина кав'ярня поряд, де можна працювати. Коротше, я забрала свою каву і йду до поштомата. Це дуже круто. Поштомат працює навіть без електроенергії. Мені прийшла посилка від мого тата. Мій тато зробив такі маленькі ліхтарики для мене. Освітлювач зробив мій тато. Я поставлю по кожному такому ліхтарику маленькому в різні частини своєї квартири, де ти в хаті і ні на що не наступити, наприклад, на кота. Куда бы вы ни пошли в Киеве, будет это шум будет бензиновых генераторов, и это постоянный запах бензина. Меня зовут Андрей Иванов, я приехал с Киева 4 дня назад, я украинец, и я приехал в Берлин с полным ощущением того, что немцы не умеют экономить электроэнергию и свет, все приборы всегда везде включены, что для меня очень удивительно. И в Украине, где сейчас каждую спичку, каждый свет пытаются сэкономить для того, чтобы хватило на самые простые бытовые вещи, это шок в какой-то степени. А как это себе можно представить? Как вообще выглядела твоя ежедневная жизнь? Вот как все эти блокауты можно представить? Сколько часов в день у вас было электроэнергии? Для меня очень важно было перестроить свою работу и привыкнуть к графикам отключения электроэнергии. Есть два вида отключения. Есть плановое отключение электроэнергии и аварийное, то есть экстренное. И плановому мы все можем привыкнуть, потому что ты знаешь график и знаешь каждой улице график. Например, у тебя есть 3 или 6 часов в день, чтобы все успеть, например, подзарядить пауэрбэнки, телефоны, или, например, поработать, или сделать покушать. Когда наступают экстренные, это после нескольких дней, после массированных атак от России, люди тяжелее привыкают. Таким образом, несколько дней может не быть света, и люди сидят в полной темноте. Thank you.
Ви взагалі уявляєте, як поруч війна, а ви йдете тусити чи танцювати на якийсь рейв? Це взагалі можливо уявити? Спочатку війни дуже багато людей сперечалося, чи це взагалі норм мати якісь вечірки під час війни. І ми поговорили про це і про те, як взагалі зараз з блекаутом можливо проводити якісь вечірки з директором культового клубу «Closer» в Києві. Це можливість, знову ж таки, якось хоч іноді відчувати себе відстороненим від цих подій всіх. Закінчилося повністю очне навчання в університеті, закінчилася будь-яка можливість з кимось бачитись, тому це свого роду така можливість соціально адаптуватися до ситуації. Якось перший час взагалі було якось неприємно ходити, бо ти такий думаєш, там на фронті люди гинуть, а ти тут танцюєш. Наприклад, я не могла до останнього. Це, мабуть, моя перша така вечірка більш глобальна. Я дійсно не могла з цим змиритись. Але потім зрозуміла, що дійсно жити потрібно, потрібно якось йти вперед, потрібно якось відволікатись. Вечірки, котрі роблять у нас в Україні, вони найкращі. Бо до нас приїжджають дуже багато іноземців, навіть у війну. Обычно Black Factory был большим фестивалем, мы его выносили за территорию Closer, он был там на 4 танцпола последний, огромный. Но в этом году просто решили его сделать уже в последний момент, просто из-за того, что начались эти обстрелы, и люди привыкли уже сидеть дома и без света, и в темноте. Это наш четвертый, хватит ее, да? Пять, да? Второе, это хотя бы наша цель оставить какой-то кусочек нормальной жизни, показать, что вот что мы есть, потому что как только мы пропадем, это мы для кого-то тоже являемся частью жизни, и они здесь. Щоб провести таку вечірку під час блекауту, треба, по-перше, генератори. Частково у вас повинні бути прилади, які працюють на акумуляторах, і всякі допоміжні системи, які можуть працювати автономно. В прошлом году, по-моему, снежинку делали, но все было достаточно красиво и аккуратно сделано. А в этом году у нас металл надорван, порван, разорван. То есть это что-то больше отсылает к взрывам, к искалеченным.
сначала такая пауза, да, сначала небольшое разочарование, а потом не было претензий, а было такое единение, что и кто-то начал петь гимн, и это всем так понравилось, и ощутили, что мы можем без света быть со светом. Ну, такая метафора, извините. Пока непонятно. Либо переключаемся снова на генератор, либо потух генератора. Не знаю. Скільки займає часу приблизно відновити? Минут 10. Ну, в прошлый раз у нас отключали и включили буквально через минут 5-10. Можна відпочити і якось відволіктись від цього, як окремий такий, окрема бульбашка така, яку ти заниришся і такий, о. Да, я втратив дар танцювання через це вторгнення, цю війну і блокаут. Реально я не можу, мене щось сковує, мені хочеться, але я не можу. Мене, я можу трошки так легенько подвигати, але це все, що я можу. От. Я навіть тусуючись тут, розумію, ну, думаю про те, що відбувається взагалі у нас на Сході, і дуже тяжко насправді, але дуже давно на техно вже, так сказати, тусуюся в цій движусі, і ця емоція, ці емоції я втілюю в танці. Чтобы люди они могли ощущать, что они, ну, что они, что у них не забрали в связи с войной все радости жизни, чтобы у них что-то от нормальной жизни тоже могло остаться. Wie wichtig kritische Infrastrukturen sind, konnte man dieses Jahr sehr stark an meiner Heimat, an meinem Geburtsort Mariupol sehen. Mariupol war ein Ort, wo am schnellsten alle überlebensnotwendigen Infrastrukturen zerstört wurden, binnen Tagen. Am 2. März diesen Jahres gab es bereits keinen Kontakt mehr. Das heißt, Mariupol konnte nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben Material aus dem besetzten Mariupol bekommen über eine junge Frau. Man darf ihr Gesicht leider nicht erkennen, aus Sicherheitsgründen. Sie befindet sich immer noch in Mariupol und zeigt uns anhand von ihrem Material, wie die Menschen aktuell dort leben. Ну, мне, глядя на то, как живет большая часть города, мне вообще грех жаловаться, вот правда, вообще грех, потому что многие вот дома, многие с разрушениями, и там люди, и оно все течет, оно все везде дует. Мне просто не надо написати свою промову. У мене немає дому. Я сейчас, когда приехала по адресу, я охренела. Я, ну, думала, это рядом подъезд. А мне говорят, вот, вот туда надо. Я говорю, в смысле? Там люди живут. Смело. Сегодня уже у нас стукнул мороз, очень холодно. Очень холодно. Я не знаю, как эти люди вообще будут выживать и что вообще будет дальше. Дома, и на нашу, на мою жизнь бы хватило это все. Побили, разбили все. Кому это теперь надо? Холодильник не работает? Нет. Ни воды, ни канализации. А, ни в канализации нет, ни воды? Ничего нету, абсолютно. Просто, ну, неужели, говорю, война ничему не научила? Война, по сути, она обнулила всех и сравняла всех. У многих ничему не научила. Та бабулька, кстати, которая на обогреватель скидывалась. У нее есть дочка. Она в Москве. Она приехала, да, сюда? Нет.
Твоя мать сидит тут, замерзает в холоде. Сука ты, в минус 9, с щелями, с клеенкой вместо окон, без батареи, без нихера, она сидит, замерзает. Не имея границ, ничего, ты не можешь приехать сюда, в Мариуполь. Город Мариуполь. 4 декабря 2022 года. 2 часа ночи. На улице минус 5 градусов, шквальным ветром. Порвала очередной раз пленку на окнах в моей квартире. На балконе відкриваємо портал. Я хочу показати вам, що ще вчора ось той будинок був в затемненні. А сьогодні вже напроти будиночок зі світлом на моїй вуличці. І у той будиночок також при світлі. Боже, дякувати Богу, дякувати за сьогодні. Привіт, я Даша. Живу в Херсоні. Наше місто прожило окупацію і деокупацію. Я пропрацювала всі ці місяці, я пропрацювала аніматором. Друзі, історичний момент. 11.11, проспект 200-річчя Херсона. Ми повертаємося. Херсон – це Україна. Ближче, ближче до цієї чарівної дирки. І тут крапала водичка з даху і набиралась так от водичка. Ось через цю отак от дирочка. Отак ми жили. Так, також є світло і не жужить генератор. Це дивина просто. Три тижні він гудів повсюди, а тепер не гудить. А ось, бачите, жіночка йде з водичкою, несе баклажечки додому. Ну, значить, що у неї нема водички. І хопа, 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 хопа. Привіт, привіт, привіт. Ага. Заходимо сюди. Ой, Боже, як несподівано, бачити. Просто, знаєте, от я завжди сварилася, що ми збираємо всяку туфту, типу баночки там від, от, від баночка там від соку, там морквяного. До речі, зараз швиденько покажу. Раз ковдра, два ковдра, три ковдра. Під трьома ковдрами, коли я сплю, у мене над головою такий оберіг, стяг. Історія аніматорська завершується в Херсоні, на жаль, тому що дітей взагалі-то немає тепер в місті. Я вимушена зараз всі речі просто відправляти в інше місто. Отак от. Der Zoodirektor ist Mikalajew, das ist mein All-Time-Favorite. Der hat wirklich vor seinen Tieren diese Interviews gegeben und er hat halt eben so eine Tierliebe in sich und bittet auch, hey, spendet und kauft digitale Tickets, weil es keine Generatoren im Zoo gibt. Меня зовут Владимир Топчий, я директор Николаевского зоопарка. Работаю в зоопарке уже 44 года, из них 21 год директором зоопарка. 28 февраля на территорию зоопарка упала первая ракета, и за это время русские фашисты сбросили на Николаев огромное количество снарядов, и бомб, и ракет, разрушены огромной проблемой большой. Это нехватка электричества. Очень часто у нас в зоопарке отключается свет. Свет – это не только тепло, вот, это воздух в аквариуме, без которого мы жить не можем. Наши аквариумные рыбы жить не могут. Нам их не хватает, очень нужны генераторы, но они сейчас очень дорого стоят, и мы не можем их купить. Так что если кто-то сможет оказать помощь, финансовую поддержку зоопарку, мы будем очень благодарны. Wir schauen auch in die Republik Moldau, um herauszufinden, wie der direkte Nachbar der Ukraine von den Blackouts betroffen ist. My name is Yuriy Tokmash and I am a filmmaker from Moldova. We are strongly affected by the high energy prices and blackouts caused by attacks on Ukraine's infrastructure. The Dniester River separates Moldova from the war, and at the same time, it produces energy for the whole region.
The first hydropower plant appeared on its riverbanks in early 50s. It evolved with every decade of the Soviet era. In the 60s, the Soviets built an entire city called Dnestrovsk with the biggest power plant in the region. It still works and it can cover the consumption of the entire country. But yet, this station mainly works on gas. Based on the strategic security, energy facilities were built across the river with strong ties to Ukraine's power system. The offense was always expected from the West, so it was a measure of protection. Yet, today's anxiety is coming from the East. This is where the sound of explosions are heard. This is where refugees get to the bridges across the river Dniester. We can't live apart, as for so many years the economy was shared by these two riverbanks. And the best demonstration of this are chaotic street markets happening there organically. The market, what I'm gonna show you now, did not arise today. It has been here since the collapse of Soviet Union, since the beginning of the 90s. My mother used to trade here in the early 2000s, selling my little gloves. I recognize her in the eyes of these people even today. With the war, its scale has become larger and larger. People come here to sell their belongings in order to afford the heating of their homes. На Украине, бля, я когда им наши цены рассказываю, они не верят. Но как они говорят, хохол, но зато у вас есть. А там что, дешевле? Там нету, там ни света, нет. Бля, там вообще, я же говорю. Так вот, в квартире. И пока хожу по комнате, нормально. Когда сажусь и встаю, так мне кажется, что я уже в морге. Пенсия у меня 1600. Можно прожить, да? Я в течение месяца откладываю. Прежде всего, я откладываю, чтобы заплатить коммунальные. А потом то, что остается, поесть. For many of these people, the 90s are coming back. But a lot have never managed to escape the crisis. Look. Here we have the badges of our enterprises. They no longer exist. New residential buildings suddenly take their place and appear all over the city. I always have a feeling that I can't escape, a feeling of unlearned lessons, an endless repetition of the same things which are happening on and on. The light goes out again, and it will be the same as before. Cutting the trees like it was someone before. People say it, but everything that does not kill us makes us stronger. My generation came with a single practical solution for this foggy and dark period: planting trees around Dniester. It gives me hope that there is a chance to break a cycle. A chance to build bridges across borders and generations.
Ich bin Valentina Schütz, Filmemacherin, und heute spreche ich für Tracks East mit Michael Sirkeli aus Gagausien, einem autonomen Teil in der Republik Moldau. Auch die Republik Moldau ist als direkter Nachbar der Ukraine von den Blackouts betroffen. In seinem Internetkanal Nocta bietet Michael Sirkeli kritische Berichte und Analysen gegenüber den russischen Staatsmedien, die im überwiegend pro-russischen Gagausien dominieren. Eine Art Kampf gegen Windmühlen. Война уже здесь. Ракетами в Навславче, отключением света, газовым террором. Россия проводит в Молдове гибридную войну. Ich möchte von ihm wissen, wie die aktuelle Lage einschätzt, ob sich die Stimmung wahrnehmbar verändert hat und wie es den Menschen in Gagausien geht. Hey Michael, could you present yourself briefly for us? Yes. Сереж, ты записываешь, да? My name is Mikhail Sirkeli. I'm a journalist, activist, and NGO leader. Moldova is very much divided in two parts. And the division is very deep. Part of the population wants to Moldova to be integrated into the European Union. Another part of the population wants that Republic of Moldova to be part of the so-called customs union or Euro-Asiatic Union led by Russian Federation. There was a missile attack on 23rd of November, which was very much harmful for Ukraine, and actually it's affected the Republic of Moldova as well. Moldova was buying the electricity from Romania, but the electricity we were buying from Romania was transported through the territory of Ukraine. So Moldova, practically entire country from 2 to 9 hours remained without electricity. Я не понимаю, как дальше жить. Скажите, мало того, что уже подняли цены и на газ, и на свет, так зачем вы отключаете? Говорят, что атака в Украине. Не знаю, так правда, неправда. Не знаю. Не знаю, не могу сказать, не могу ответить. Не знаю. Я думаю, что неправильно воюют. Если воевать надо, Суворов Великий говорил, воевать надо на поле боя, а не воевать с людьми, которые бомбить электростанции. Кто отключил? Тоже не знаю. А кто может здесь отключить? Без понятия. Regarding the blackouts, out of maybe 10 people who talked to our journalist, only one person said that actually it's due to the missile attack of Russia on Ukraine. Or people don't want to see the reality, or they don't see the reality, unfortunately. Unfortunately, Gagauzia remains the pro-Russian region. The Russian is the main language, Russian as an official language, as a working language for the state institutions. So that's why the majority of the population actually is part of this, is very much affected by the Russian propaganda. The problem is that the local media does not have enough capacity and resources to produce enough content that will be consumed by the local population. So we cannot compete with the Russian federal channels. For decades, there were no independent channels here. Our channel opened only in 2017. Привет, друзья! На этой неделе, 15 ноября, Молдова погрузилась во тьму. Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. The mood was, well, I mean, it's like you go to medieval, you know, I mean, like, so people started to work, started to think what to do. Of course, they run immediately into shops to buy generators. People think that we are paid to speak and to say what we say. They even don't consider that someone living in Gagauzia can think differently. More Russians lose on the battleground, more people will open their eyes and their ears and will look for other information. So this gives me a hope. And second, I believe in a European perspective of the Republic of Moldova. Коли в нас ввечері вимикають світло, ми інколи влаштовуємо такі репетиції при свічках. Ой, гаю.
нашей.